Друзья, сегодня мы находимся в Адхаре и очень хотели бы увидеть скальный монастырь, который находится на крутой скале на высоте 600 метров над уровнем моря, в устье реки Мчишта. В этом монастыре находится келья монахов аскетов. Они жили в Средневековье. В сам монастырь мы, конечно, не сможем попасть без специальной подготовки и альпинистского снаряжения. Поэтому хотя бы пройдемся по устью этой реки и увидим дикую первозданную природу. Классно, да? Такая дикая, бурная, первозданная природа. Уникальное место, просто уникальное место. Тропинка вдоль горной реки. Как-то дух даже захватывает, и идти страшно. Даже страшно идти, честно говоря. А вот, кстати, даже написано «опасно». Какая красота! Ой, захватывает дух. Как-то страшно, правда. Так если с перепоя можно неверный шаг, и все. Я, слава Богу, не с перепоя. Трезва душой и телом. Медленно, но уверенно продвигаюсь. Вот так. Еще опасный спуск. Уже вниз. Ой. Камни, через которые пробивается эта удивительная река. Дальше тропка обрывается, и камни. Идут смельчаки туда, но я не пойду, конечно. Не знаю, увидите вы или нет скальный монастырь, где когда-то жили монахи. Как они пробирались к нему, я не знаю. Ой, у меня кружится голова, я про вверху. Уход от семьи. А вот, собственно, искальный монастырь, который построили монахи. Отсюда плохо видно их кельи. Как добирались, как они туда лазили. Одному